Трудная, но такая благородная и нужная профессия. Она требует смелости, принципиальности, честности, неравнодушия, верности выбранному пути. Всеми этими личностными и профессиональными качествами обладают стражи порядка Ленинского района. В свой профессиональный праздник они встретились на торжественном мероприятии в стенах районного центра культуры и досуга «Видного». Для многих из них 10 ноября – это один из самых любимых дней в году. Чтобы поздравить сотрудников внутренних дел, торжество посетили почетные гости. С приветственным словом выступил глава Ленинского района Олег Хромов. Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уважаемые ветераны, я сегодня рад всех приветствовать в этом замечательном зале. Ваш труд неоценим и ваш вклад в становление правопорядка, обеспечение правопорядка на территории нашего района заслуживает отдельной и очень высокой оценки. Самые отважные и преданные своему делу сотрудники были поощрены почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. Продолжена традиция вручения сертификатов на служебное жилье. Неожиданный и столь приятный подарок в этом году получил участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Виктор Лельков. Сегодня поздравляю всем всех с праздником, желаю всем хорошей службы, чтобы достичь вот такого сертификата, как я. В этот праздничный день сотрудники органов внутренних дел желали друг другу спокойной службы, карьерного роста, благополучия. Они признавались, что в каждодневной жизни редко произносят эти слова, но хорошо знают им цену. Чтобы были здоровы мои коллеги, их родные, близкие, вот, чтобы они могли успешно выполнять задачи, поставленные перед нами. Вот, во благо нашей Родины, жителей Ленинского района. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников органов внутренних дел с этим великим праздником. Пожелать здоровья, успехов, ну и всего наилучшего. Среди стражи порядка много представительниц прекрасного пола. И справляются они со своими обязанностями не хуже мужчин. Пожелание у меня, конечно же, это крепкого здоровья, потому что в нашем нелегком деле, в нашей службе здоровье – это очень важно. А также любви и понимания родных и близких, чтобы они всегда ждали нас дома и радовались нашим удачам. Всем сотрудникам хочется пожелать спокойной службы, без происшествий и всего-всего самого лучшего всем нам. Современная полиция России – это технологически развитая, мобильная и четко организованная система защиты и правопорядка. И главная ее сила – в мужественных и самоотверженных сотрудниках. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Сергей Ларин. Видное ТВ.